И привет тебе, тот, кто это смотрит. Это уже 10-я, по-моему, серия Grigicality. И что в прошлый раз мы сделали? По-моему, мы закончили вот на вот этом вот, если я не ошибаюсь. Что я хотел сделать сегодня в этой серии? Наверное, сделать автоматическую переработку золота. Потому что сейчас она у меня складывается, ну, просто вот таких вот Precious Metal Iron, точнее, Ore Chunk. И их надо бы обрабатывать. Я тут себе сделал некоторые вещи, с помощью которых, я надеюсь, мне удастся это сделать. Потому что в прошлой не части, а прохождении я это делал. И у меня складывалось все в форме наггетов. Может быть, здесь какой-нибудь автокрафтер есть, нет? Ну, типа, я там не знаю, какой-нибудь механический или еще какой-нибудь. Там автоматический верстак или еще какая-нибудь херня. Ну, наверное, нет. Ладно, не важно. Так, я тут, короче, себе сделал этот звук. Раньше он у меня фильтровался с помощью OBS, а теперь я его фильтрую с помощью NVIDIA Broadcast. С помощью нейросетей, так сказать. Я надеюсь, лишних шумов не будет на фоне, потому что он вроде как должен нормально работать. Так, значит, что должно быть здесь сделано? У меня вот отсюда вот идут все ресурсы. Вот туда вот, наверх. Надо сначала, значит, чтобы они массилировались. Я, кстати, сделал себе эти вот штуки. Ну, такие вот. Я не знаю, как они работают. Честно, я их никогда не применял раньше. Но мне кто-то в комментариях советовал в предыдущих где-то частях. Типа, разломать в наковальне вот такую вот штуку и получить вот такие вот штуки. Ну, посмотрим, может быть, она и будет работать. Так, значит, сначала массиратор. Надо же еще пар подвести к этой хрени. Так, пар у меня вот здесь, да. Надо бы остановить сначала эту штуку, чтобы она не выкачивала нифига. Так, не здесь, вот здесь. Ну, чтобы просто ресурсы не шли туда. Я тут по АФК шел некоторое время, постоял. У меня некоторое количество ресов добылось здесь. Больше всего, кстати, магнетита. Мне прям радует то, что у меня много железа. Так, ладно, она больше не выкачивает. Отлично. Надо бы расширить эту штуку, надо как-нибудь заняться этим. Просто типа 4 это классно, конечно, но здесь можно каждый вид камня дробить, точнее обрабатывать разными сетками. И они у меня сейчас только по одной стоят. Я его, например, поставил стальные сетки на гранит еще, потому что да, железа лишнего не бывает, знаете ли. Так, значит, что я хотел сделать? Я хотел установить вот эту вот штуку. У меня трубы-то есть, хоть с собой нет. Надо взять. Эта серия, наверное, не очень длинная будет, потому что у меня что-то сейчас не очень много времени на запись. Мне тут курсовой проект делать надо. Уже завтра сдавать, а я, типа, только начал его сегодня делать, ну, как обычно. Все мы были студентами, наверное, все мы понимаем, что это такое. Так, значит, это item deck. А мне нужны еще те, которые пар проводят. Ладно, этого хватит. Так, запись идет, нормально. Так, еще бы вспомнить, как у меня это было раньше реализовано все. У меня это просто вот прям по потолку вот так вот выстроено было, и удобно все прям. Так, коблстоун у меня есть, значит, где-нибудь вот здесь, наверное. Так, наверное, вот как-нибудь вот так вот. Так, вот значит, у меня, например, вот здесь вот, точнее, вот здесь вот. Мне же еще фильтр надо сделать. Чтобы туда поступало только Precious Metal. Фильтр делается вот так. А я их не делал, кстати. Видимо, нет. Так, мне бумага нужна. У меня бумага есть, нет? Я, кстати, смотрел, разбирался, почему у меня эти мобы диспаунятся. Оказывается, на расстоянии 32 блока они сами исчезают. Это, конечно, прикольно. Раньше такого не было.
Так, у меня бумага есть где-нибудь, нет? По-видимому, нет. Кстати, вот эту вот штуку я, по-моему, могу делать. Этот пальп. Она из обычного дерева делается, нет? Просто так хотя бы было бы немножечко поудобнее делать ее. Еще удобнее будет, когда мы наконец-то доберемся до этой... До... Как он называется-то хоть? Карпентер из Форестри. Так, да, ну вот пальп здесь делается. Его можно делать из него. Да, можно. Тогда дайте мне, пожалуйста, еще несколько штук, и я сделаю. Там двое нормально заспаунилось, кстати. Надо их убить, пока они не задиспаунились. Аж целых 6 эндерперлов выпало, неплохо. У меня еда есть где-нибудь, нет? Ой. Да, с рапирой можно вот так вот прыгать, кстати. Это удобно, может быть, в обычном мире, но не здесь. Я один раз чуть не упал из-за этого. А, кстати, я тут модные штаны себе выбил. Уже очень давно. Так, надо эндерперл сложить. Надо найти еще ведро свое где-то с водой. Точнее, просто ведро. А, у меня оно с собой вроде как. И оно только в верстаке делается, да, если я не ошибаюсь. Но у меня здесь есть верстак, так что... Я думал, может быть, уже в этой серии наконец себе первую микросхему сделать. Кстати, с чего она там делается? Так, как она там называется? Не боитесь, как примитив. Вот, это самая первая электросхема, точнее, вот эта вот. Integrated, которая. Надо ее, кстати, вынести вот сюда вот. Так, значит, надо вакуум трубы еще. Трубы. Они делаются из вот такой вот штуки. Надо ее тоже сделать сейчас, кстати. Так, где мой молот? Вот, кстати, у меня стекло есть, интересно, нет? Так бы можно было бы сразу же поставить, фу. У меня вроде где-то было стекло. Его просто так можно делать, нет? Мне, наверное, только дробить, если. Ну, кстати, довольно-таки быстро делается. Давайте тогда я все это вот сложу в мастератор, чтобы оно массерировалось. Так, я фильтр хотел сделать. Ну, естественно, ты пишешь не туда, куда надо. Фильтр. Так, Iron Screw нужен. У меня есть, кстати, нет, по-моему, я делал их. Что закончил скрудрайвер, серьезно? Да ты издеваешься. Так, ну 4 штуки сделаю. На первое время, наверное, хватит, надеюсь. Что
что-то с этим сделать еще на самом деле. Так, значит. Где мои этим дакты? Сюда вот, значит, будет идти только. По вайтлисту. Надо сходить взять прэш с метал. Вот, значит, и теперь самое главное, самое важное, так сказать. Вот сюда вот. Да, вот так вот можно навесить. И что, он будет отвлекать, типа. Кстати, какая-то чуть краш не вызвала эта штука. Ну давайте, попробуем. Так, значит, там что-то, по-моему, каким-то, я не помню, чем надо бы. Как-то здесь можно было... А, левый Ctrl. Когда ставишь, чтобы перевернуть. А ее можно снести, нет? Или она типа навсегда вот такая вот остается и все. Ну ладно, давайте, допустим, Forge Hammer. И если... Надо посмотреть, как она работает вообще, потому что для меня это темный лес, если честно. Так бы появился ключ еще гаечный взять. Ну, кстати, по ощущениям, вроде как этот NVIDIA Voice работает хорошо, неплохо так. Ну, RTX Voice, NVIDIA Broadcast. Так как я являюсь счастливым обладателем видеокарты NVIDIA RTX, я могу этой штукой пользоваться. Но на самом деле ей могут пользоваться кто угодно. Там просто надо подшаманить немного. Так, значит, флюидакт и здесь тоже. Ну давай посмотрим. Пойдет или нет? Мне вот просто очень интересно, если честно. Да, стрика пошло. Ну чё, нормально. Значит, если вот сюда вот поставить еще одну такую же штуку. Так, Tempure Pale же можно нарабить, да? А, мне, кстати, надо будет еще один. Да, мне нужно будет еще один Steam Furnace. Потому что они там, ну, типа, из пыли слиток, а из слитка нагид будет. Так, где он будет? У меня есть что-нибудь? Нет, нет. Так, давайте сделаем. Еще одно не хватает, ты издеваешься. Так, вот, отлично. Замечательно, невероятно. Давайте ставить. Вот из нее, кстати, наверное, извлекать уж точно нужно будет с помощью серва. Откуда у меня еще 4 серва, интересно, взялось? Я, наверное, делал для этих штук, но теперь они не нужны будут в таком количестве. Там бы, в принципе, и обычного серва хватило бы, если честно. А у меня где-нибудь обычный серв есть, интересно, нет? Надо посмотреть. Потому что такие сервы, они такие, ну, типа, ценные довольно-таки. Сталь нужна и январь, точнее, электрон.
Так, значит, если я этот вот сюда поставлю, она начинает загружаться, да? Единственная проблема, о которой я только не подумал немножечко. Ну ладно, это можно типа как-нибудь снизу провести сюда парбой, да? Интересно, эту штуку как-нибудь можно вообще снести отсюда, нет? Типа, если установил уже один раз. Ну, типа, я не знаю, как-нибудь убрать ее. Надо посмотреть будет как-нибудь. Ну ладно, как сюда пар провести, чтобы вот эту стенку не сломать? Потому что у меня там как бы угольная яма, если что так. А, нет, не угольная яма, все нормально. Можно жить. Так, значит, здесь еще одна печка. Тоже отдает пар вниз. И вот она вот уже как раз-таки будет отдавать эти штуки вверх, да? И они все будут идти вот туда вот. А, так, значит. На этим дакт. И работающий сервер. Так чё, как ты работаешь тут? Ну, в целом нормально работает, только надо сначала туда наверх увезти эти наггеты, чтобы они в мусорку не сбрасывались. Так, значит, где-нибудь вот здесь он, допустим, пусть будет у меня наггет. Это я вот беру с собой. Вот здесь вот будет, короче, все перерабатываться. А, кстати, я только что подумал, что, да, нужно вот здесь вот буфер, короче, поставить, который будет как раз-таки загружать сюда эти вот штуки. Типа как-то вот так, но при этом вот эту вот хрень надо отключить будет. Вот, вот, как раз-таки вот. Вот эту вот штуку. Поставить вот туда вот. В нее загрузить этот металл. Вот, тогда здесь получается буфер такой вот. Так, давайте я сюда тоже обычный сервер сделаю, потому что я не хочу тратить электрум его сюда. У меня же здесь он уже выложен, да? Так, у меня там эта штука переплавилась, точнее передробилась, надо ее взять. И поставить переплавку вот сюда. Надо бы еще песка, кстати, надробить, потому что у меня здесь не очень много стекла. А пока не пофиксили этот баг с тем, что можно плавить стекло вот просто из песка в плавильне, надо этим пользоваться. У меня, по-моему, где-то был грейв, если что. Так, я могу же вот сюда вот поставить его, да, в бесконечное производство, так сказать. Мне на самом деле надо будет еще делать эти медные пластины, чтобы делать эти электросхемы свои первые, да? Это я, кстати, готовил для того, чтобы расширить себе производство вот этой штуки. На самом деле вот это вот надо будет переделать в будущем на электрическую. Только вот в предыдущем прохождении я этого не сделал так до сих пор. Ну и в принципе никогда не сделаю, потому что я его забросил. И надеюсь, я это не заброшу. Так, чё, поступаешь? Нормально? Давай, работай. А я посмотрю. Медленно он, конечно, это делает, все вот тут вот переплавляет здесь. Точнее, передрабливает. Так, ну вроде как он работает, да, нормально все. Вот, и наверх, короче, он будет отправлять все эти наггеты.
Надо залочить дровер с помощью ключа, где-то у меня здесь был. Найти бы его. А, вот у меня он с собой. Вот. Вот, и теперь, если я вот этот поставлю, да, на извлечение, мы через некоторое время увидим, что там накапливаются наггеты. Давай пошли ждать. Ну, пока еще не приехал. Так, значит, что там еще нужно, эту схему? Нужны будут еще резисторы. Это pulverized coal. Или карбон. А, кстати, charcoal тоже работает, отлично. Надо, значит, загрузить туда charcoal. В дробление. Побольше, так сразу. Стака так 4. И надеюсь, мне этого хватит на всю жизнь. Там два резистора нужно. На каждый из них по одному углю. Значит, вот это вот. Это два стака. Ну, вот этот один стак, это 4 стака резисторов и 2 стака этих штук. Так, вот, пришел, все отлично. Автоматизация есть, счастье есть. Я хотел поставить вот эту штуку в дробление. Этот обсидиан я себе передробил. Чуть-чуть совсем. И флинт в основном, потому что он там для чего-то будет нужен в будущем. Я, так сказать, на будущее. Смотрю, успел завтра в неделю. Так, надо бы поставить тут драйвер. Заткнуть вот эту вот дырочку, которая здесь образовалась. Так, ну ладно, золото есть, это хорошо. Надо здесь заложить эту дырку. Так, факел не ломать. Кобблстоун взять. Вот, что теперь мне нужно сделать? Бумага осталась какая-то. На бумаге, кстати, будет много, на самом деле. Ой, а много бумаги, это... Конечно, ее таким вот образом добывать хорошо, но не очень, если честно. Тут надо слишком много будет ведер с водой использовать. Химическая ванна здесь. Это, кстати, тоже хороший способ. Вот, кстати, самый лучший способ — это вот этот вот. Потому что вот эту вот штуку получить легко вообще, и типа так вот получается все. Ну ладно, шед, значит. Сахарный тростник у меня есть здесь. Ну, кроме вот этого, конечно же. Так, давайте все это соберем. Надо себе стальную ступку сделать будет. Так, ну у меня на самом деле здесь тростника дохренища. Вот надо вот его весь сейчас сложить вот сюда вот и передробить. Весь причем. Так, наковальни тоже вот сюда вот можно сложить. Это тоже в принципе можно, и это. Это куда-нибудь вот сюда. И это сюда. А это вот сюда вот сложить. А, так, кстати, надо вот эту штуку включить.
Что-то я забыл совсем. И надо проверить, кстати, идет туда или нет. И наш Precious Metal Ore. Вот сюда вот. 220. Ну, я надеюсь, что он сюда придет все-таки когда-нибудь, да? Да, пришел, отлично. А, так, значит. Теперь надо сделать микросхему первую. Можно, в принципе, было бы стальную, точнее, паровую турбину начать уже делать, но, типа, ну, не знаю, успею или нет. Можно, в принципе, микросхемы ограничить, на самом деле. Хотя бы одной, хотя бы микросхемы. Так, кстати, Red Alloy Wire нужны еще. У меня где-то вот здесь, вот был Redstone. Так-то тетрагидрит. Вот, 500 Redstone. Я вот здесь вот она стояла, плавилась все. Ну, просто типа, я знаю, что его можно, конечно, по-другому добывать, но... Ну, типа, более эффективно, но мне пока хватает этого. Я хочу поставить больше Red Alloy в плавку. Хотя бы 3 стака. Как же я могу без него, точнее мимо него пройти? Вас тут много заспаунилось, если еще. У меня уже места в инвентаре не хватает. Что-нибудь полезное выпало, нет? Я, кстати, рапиру улучшил до удачи 3 уровня. Ну, точнее, теперь это лутинг 3 уровня. Так, ладно, давайте поставим в эту хрень, в плавку. У меня здесь все закрыто, надеюсь. Это вот тоже надо закрыть. Это 3. Такое ощущение, что я сюда больше, чем нужно, сбросил. Так, пока оно не начало делаться. Просто чтобы не больше не положить, чем нужно. А то знаю, как оно там будет быстренько так все запориться, как обычно. Так, значит, ну это 3 стака, короче, будет. Можно, в принципе, еще один бросить, потому что он нужен будет. Так сказать, этой штуки много не бывает под названием Red Alloy. Вот, я надеюсь, я там все правильно рассчитал. И нигде лишних или недостаточных стаков не положил. Пусть делается. Надо вот эту штуку тоже закрыть, на самом деле бы. Ну ладно. Так, тут эта штука сделалась. Отлично. Я хотел сделать себе ступку, на самом деле. А, у меня тут, кстати, вот эта вот штука сделалась. Много кованых железных слитков. Так, значит, у меня здесь есть камень. Прям самый обычный камень. Жареный. И сталь.
Вот, в принципе, закончилось. У меня тут получилось много шеда. Или шеда, не знаю, как он правильно называется. Так, у меня где-то были еще эти ступеньки. Точнее, полублоки. По-моему, где-то вот здесь. Так, раз, два, есть. Хорошо. Так, ну, этой бумаги, надеюсь, мне пока что хватит на первое время. Сколько я там, кстати, сделалось, интересно. Так, значит, помимо бумаги мне еще нужно что? Charcoal dust. А, кстати, я... Там, по-моему, еще нужны для вот этих вот штук, да, резина. Для этого надо переплавить слаймбол. А, мне, кстати, кто-то про грибы говорил, типа ферму грибов сделать. Мне грибов столько пока что не нужно. Ну, в данный момент времени мне их хватит. То есть, вручную вырастить их. Потому что мне их реально слишком много не нужно. Вот. А потом их можно будет выращивать, короче, с помощью... Сейчас, короче, Graggicality сделали такую... Гринхаус. Где он здесь? Вот. Это, короче, типа теплица, только электрическая. И в ней можно выращивать, в принципе, разные вот такие вот... Ну, вообще все что угодно можно выращивать, в том числе и грибы. А, так что, ну, особого смысла нету просто ферму грибов делать. То есть мне их хватит. А в будущем, если понадобится, то сделать это вот гринхаус и все. И особо, так сказать, не париться насчет этого. Так, что здесь плавится? Что-нибудь переплавляется? 7 блоков уже переплавилось, типа. Он очень медленно сплавляется, конечно, это не очень хорошо. А, наверное, из-за того, что там не хватает редстоуна просто. Так, значит, вот этих вот штук, по крайней мере, сколько мне нужно будет сейчас? Надо бы печку сюда получше поставить, на самом деле. Хотя бы вот тоже вот это вот high pressure. Урнасия. Так, я не знаю, чего мне там хватит или не хватит всего. Надеюсь, что хватит. Так, ну должно хватить, в принципе. Вот, и ее вот здесь вот заменить, короче. Чтобы просто немножечко хотя бы побыстрее это все было работало. Так, ну чё, пар туда придет когда-нибудь, нет? Мне там пары, интересно, хватает, надеюсь. Че, уже нет? Серьезно? Надо делать больше паровых котлов тогда. Так, я вот только, наверное, все стекло, которое у меня было, да? А, нет, не все. Так, мне их штук 6 хотя бы нужно. А, мне не хватает кирпичей. Где бы мне кирпичи взять? А, ну они у меня, в принципе, здесь есть.
Ну, этого, в принципе, хватит пока что. Вот, их можно 8 штук сделать, в принципе. Чего не хватает остальных пластин? Что это только что было? Так, давай ты сначала все-таки начнешь делать мне сталь, а не вот это вот. А потом делай, что хочешь. Так, надо вот эту вот штуку временно остановить просто, пока что она не нужна. В таких количествах. Пусть более того, она уже, по-моему, все переработала почти что. В принципе, остальные пластины были, так что все хорошо. Так, мне бы еще на самом деле для воды эти нужны флюидекты. Флюидукт. Апаки. Так, что здесь нужно? Копперрот. Штук, я не знаю, вот хотя бы вот 24 их сделать. Вода-то много где-то нужна будет на самом деле. Так, у меня еще не хватит, наверное, этих хардер, этих редактов. Их тоже нужно сделать будет. У меня инвайр где-нибудь есть? Нет. Мне вот просто очень интересно. Ну тоже хотя бы 24 штуки. А мне уже не хватает этих, да? Вот прям совсем-совсем не хватает. Как мне он бесит извлекать так вот дебильно это все. И вот реально очень дебильно извлекает. И у меня пары вообще нету, получается, здесь теперь. Прям нехватка. Как только этот завод поставил, так сразу же началось. Надо отключить эту ферму, вот эту вот. Ну, естественно, я промахнулся мимо блока. Так, вот эту вот штуку отключить, потому что пара жрет немерено на самом деле. Вот, я надеюсь, это поможет временно. Главное не забыть ее потом включить снова. Так, сначала наполнить вот эту вот трубу лавой. Потом уже ставить бойлеры на разогрев сюда. Ну, я надеюсь, она наполнилась. И еще главное не допустить, чтобы вот этот вот бак обмещал здесь. А он, кстати, может, потому что здесь вот каждый бойлер умещает себе по 16 ведер. А где эти флюидакты, хоть и куда их дел?
Так вот, вроде он всем напользовался здесь. Надо бы поставить какой-нибудь буфер для воды на самом деле. Так, ну там сколько этих осталось лавы здесь? Ну, в принципе, она активно копится, усиленно. Так вот, все эти штуки теперь у меня на месте стоят, все хорошо извлекается. Ну и, в принципе, можно стоять еще 4 штуки. Так, я надеюсь, там сделалось еще пластины эти лидовые. Чтобы сделать еще больше этих укрепленных труб. Ну вот, в принципе, надеюсь, мне этого пока что на время хватит здесь. Пусть разогреются, потом я подключу эту... производство автоматического золота. Так, значит, сколько там уже записок, интересно. Уже 41 минут на самом деле. Надо бы уже заняться на самом деле вот этой вот микросхемой. Так, что там по... Надо посмотреть. Ну, в принципе, что, он переплавился весь, серьезно. Один блок, 3 слитка, это сколько, 12? А. Вот, наверное, вот это вот и осталось как раз таки для него. Ну, можно, в принципе, уже сливать на самом деле. Потому что я надеюсь, там успеет доплавиться все, пока оно сольется. Не раньше, чем оно сольется. Так, ладно, вот этой штуки мне тоже наплавилось некоторое количество. Вот, что здесь можно делать? Можно делать из копервайров или из коперфольги. Точнее, копервайр. Это, точнее, не фольга, это улучшенный, так сказать, копервайр. Это делается из одной пластины к одному. Ну, один. Вот это делается из одной пластины 2. Так что этого не делать. Единственное, что мне для этого нужно будет копер пластины. Так, надо сундук взять где-нибудь хотя бы один. Хотя бы деревянный. Вот это тут временно отсюда убрать, потому что он не нужен здесь. И вот это вот поставить. Так, что, он быстро жмется, надеюсь, нет. Что там для турбины нужно? Вон, базовые. Medium bronze pipe, электросхема, как раз таки электрический двигатель. Так, надо их железно делать. У меня железо-то хоть есть здесь, надеюсь, нет. У меня оно вроде вот здесь было. Что-то не очень много, если честно. Там еще тин кабель нужен будет. Надо будет в первую очередь сделать wire mill, потому что это очень важная вещь. Очень полезная.
Так, значит, что надо с ними сделать? Расплющить при помощи вот этой вот штуки. Ну, я думаю, хотя бы вот столько вот сделает пока что. Вот, и вот кусочками вот эту вот штуку обрезать. Благо, кусочек сделал много тогда. Так, значит, и тут еще нужно... А, я не это хотел сделать пока что. Вот это вот. Значит, две. Это на одну схему. И на вайермил еще. А на вайермил, наверное, и больше нужно будет, нет? Давайте посмотрим. Да, их нужно будет две, так что мне нужно будет сколько? Вот столько вот примерно. Сколько я их, кстати, потратил? 18, мне осталось сколько? 24 минус 18, 6. Так, надо бы еще и тин здесь пожать немного. Можно это сделать прямо сейчас, в принципе. Потому что эти новые пластины тоже нужны будут через некоторое время. Так, значит, вот эту вот штуку можно порезать. Ну, не скру, конечно же, а с помощью вот этих вот штук. Так, значит, ну хотя бы вот столько вот, да? Так, да. Лампа у меня есть, значит, теперь вот эту вот штуку тоже нужно будет делать. Мне для 6 микросхем нужно будет сколько их? Так, не пульверайзед кол только, а пульверайзед черкол. Так, куда делась эта штука? Ольга. Так, вот, чаркол это вот это вот. Нет, все еще нет. Что ж там нужно такое? Я ж вроде брал. Или это черкол, да, что там нужен? Да нет, вроде нормально работает. Что тогда ты мне мозг имеешь, пожалуйста, скажи мне. Так, значит, 6 резисторов. Вот, тут нужно еще в рот Iron Plate. В рот Iron, где-то тоже был. В рот Iron. Ну, хотя бы вот столько. Ну, на первое время хотя бы 3 штуки мне нужно будет. Так, вот, я еще совсем забыл об вот этой вот штуке. Тут, короче, нужно делать что? Вот эти вот планки делаются из вот пальпа. У меня вот пальп так вот есть, надеюсь, нет. Да, в компрессоре. Компрессор бы тоже, на самом деле, сделать этот high pressure, потому что вот такой вот будет очень медленно все сжимать. Ну ладно, пока что на первое время хватит, потом подумаем. Так, значит, скрудрайвер тоже сложить, потому что мне пока не нужен. Это тоже можно все сюда сложить. Печка, да пусть здесь тоже стоит. Точнее, лежит. Так, значит, что это такое? Вот это вот сюда вот сложить тоже. Так, мне их нужно хотя бы 3 штуки.
Что тут еще нужно? Реда, Локи, его. А у меня они есть, кстати, нет? По-моему, они у меня были где-то. И, по-моему, прямо вот даже вот здесь. У меня здесь есть, есть Red Alloy Wire. Точнее, инготы. Так, что тут все сложилось, точнее, слилось. Хорошо. Надо больше себе этих поршхаммеров сделать на самом деле. Можно вот прямо вот отсюда хотя бы его и взять. Ну или этот использовать хотя бы. Тоже вариант. Так, ладно, что мне там их нужно? Мне на вот таких вот три схемы нужно будет их 9. Значит, мне их, в принципе, хватает. Вот, и заизолировать их. И у меня ковры закончились. Теперь, ну, у меня, в принципе, не хватает вот этих вот штук только. Как же я хочу отключить, чтобы не писалось автоматически там ничего. И это уже прям реально бесит. Ну, вот прям реально бесит. Так, куда я положил... Ну, я понимаю, что они здесь где-то, только их не вижу нифига. О, и их нужно теперь еще будет обложить этими... У меня их только, наверное, нету здесь в таком количестве, да? Копперплейты. Точнее, не копперплейты, а коппервейры. Тогда делайте копервейры, пожалуйста. И как можно больше. Так, это тоже надо все взять, на самом деле. Так, что у меня тут нормально, все хватает, надеюсь. Ну, если честно, не совсем. Но. Так, значит, мне, в принципе, на три схемы хватит. Ну вот, три схемы сделаем и, в принципе, закончим. Так, значит, это у меня все готово, да? Ну вот, в принципе, три схемы. Вот, в следующий раз начнем уже наконец-то электричество. А пока что... Производство микросхем в Майнкрафте это, конечно, хорошо, но самое главное, берегите себя и своих близких.